Новички ФНЛ ударно стартовали в турнире, но в последних двух турах радость побед отсутствовала и у Уфы, и у Нефтехимика. В первом тайме очного противостояния зрители голов не увидели, да и опасных моментов тоже. Во второй 45-минутке гости не использовали явную возможность забить. Галыч протащил мяч до чужой штрафной и выкатил его в Войдалю, но последний не попал в ближний угол. А вот хозяева свою разительную атаку реализовали. Вагиз Галиуллин, в итоге признанный лучшим игроком матча, сделал точный навес в центр штрафной. А лучший бомбардир ФНЛ Игорь Портнягин в упор головой вколотил мяч в ворота Кобызева. Далее Нефтехимик организованно удержал минимальное преимущество в счете. Упрекнуть из ребят некого. То есть все отдавались этой игре. И многое, что и получалось. Вот. Были очень хорошие моменты с нашей стороны. До забитого мяча, вот, это, значит, и у Войдаля Романа был хороший момент, и хороший был момент и у Диего, когда он последнюю передачу там не смог отдать на пустые ворота. Поэтому не знаю, как бы сложился матч, но если бы мы забили первым, я думаю, что здесь бы результат совсем был иным.